Подскажите, пожалуйста, нормы антитромбина 3 и АЧТВ для третьего триместра. Антитромбин 3, он не зависит от триместров. По данным наших, по нормам нашей лаборатории, это антитромбин 3 80-120%. И АЧТВ. АЧТВ это время. По нашей лаборатории норма 25-37 секунд. Причем если АЧТВ больше 30 секунд, мы здесь смотрим, это обозначает, что кровь, как бы у нее уменьшена способность гемостазу к свертыванию. Мы тогда смотрим, нет ли каких-то, хотя вот в пределах нормы она, да, до 37 верхнее значение. Если больше 30, мы смотрим еще другие, на другие вещи. Нет ли аутоиммунных каких-то причин для этого, нет ли волчаночного антикоагулянта и нет ли фактора хагемана повышенного.